С окончания последних серий прошло больше года, но те страсти и те незаконченные сюжеты и судьбы так и идут непонятным итогом. Ребята закончили 10 класс и вот-вот уже закончат 11. И совсем несколько мгновений, и наши любимые герои разлетятся кто куда. Но на носу самое сладостное время последнего звонка и выпускного. Итак, та же школа, те же лица и яркие мгновения финала истории классных будней. Расходимся по домам. Лишь клетчатый плед греет меня по ночам. Ночной экспресс везет людей домой, но сильно устал, я болен тобой. Я ждал, жду и буду ждать. Так, я не пойму, где Кульков? Уже сколько мы занимаемся делом? Он вроде это за шариком побежал. Ой, правильно, я совсем забыла. Закрутилась. Чего не забыла? Весной будет. Боже мой, ну что делать? Так, а вообще где масса народу? Я никого не вижу. Что за дела? Где? Сам наряжать тогда, а у нас народу раз-два и обчелся. Ну, ребят, ну, я не знаю, слов нет, у меня нет слов просто. Что же делать, что делать? И вообще, кому нужен выпускной, вам или мне? Конечно, вам. Ну, замечательно. Вот это логика, железная логика. Спасибо, я так рада слышать эти слова. И вообще, работы куча, дел много. Как жалко, что Наташа не будет, да, на выпускном. Послушай, Нелли, а может она приедет, да? Ты звонил ей? Нет, скорее всего, она не приедет. Просто до лечения в Москве очень длительно. Нет, видишь, как очень-очень-очень приятно. Но у нее так здорово, все экзамены рано сдала. ЕГЭ такой высокий показатель, вообще высочайший балл. У нее серебряная медаль, а? Девчонка, я даже не думала, что она так серьезно больна, а? Целый месяц в Москве. Девчонки, ну а может, она все-таки приедет, а? Ну, кто его знает, а вдруг? Да. Ой, Нель, Вера Семеновна, Наташка звонит с Москвы. Алло, привет, Наташ. Алло, привет, девчатка. Наташ, ну чё, как ты там? Скажи, что мы очень ждем и скучаем. Мы соскучились все. Точно, конечно. Да я тоже скучаю, девчонки. Ну, боюсь, не успею. Да не переживай, ты не расстраивайся. Скажи, что обязательно увидимся. Да вижу же ты по духам. Ладно, Наташка, давай все, не трать деньги. Пока. Пока, девчат. Я вас очень люблю. Наташка, отвечай, Лёна!
Здравствуйте. Привет, дорогой. Спасибо, спасибо. Приятно. Лена Михайловна, где у нас аттестаты? У нас сегодня праздник выдавать. Ну, Виктор Борисович, как всегда, в смысле? Ну, Альбина Михайловна, глядя на вас, прям глаз радуется. Ну, молодцы. Ну, Альберт, рад за вас. Ух, ну, мы это знаем, что молодцы. Да, 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 Альбина Михайловна? Да, дорогой, да, дорогой. Ух. Артур, ты сейчас на репетиции? Потом домой зайдешь, переоденешься, ладно? Ну, что ты молчишь? Меня и так все трясет. Спасибо. Ну, что, сынок? За то, что ты вернулась. Теперь у меня тоже есть мама. Ой, слава. Прости меня, я там ждала эти слова. Прости. Ну ладно, я пошла. Ну ладно, да. О! Ну что, Артур, все опаздывает? Ну, выпускной тоже опаздывать будем, а? Лен, ну а где все-то вообще? Марсель, можно тебя? Мне кажется, нам не о чем больше разговаривать. Все обсудили. Ну, Марс, когда дама просит, неприлично отказывать. Иди уже. Ну ладно, я быстро, честно. Ну вообще, когда-нибудь выступим на этом выпускном? Ёб макарёв! Привет. Привет, Марло. Ну вы что, тебя за уши нарядили? Угу. Ах, опоздала. Ну, а, ничего страшного. А я вчера всю ночь с Женей по телефону разговаривала. Да кто ж такой твой Женя? Где ж ты его откопал-то, а? Все по порядку, не торопись. Он сегодня придет к нам на выпускной. Я тебя с ним познакомлю и обязательно расскажу нашу историю, да? Ага. Только ты не забудь. Ну, конечно. А где наша маленькая Лялечка? Так, посмотрите уже, хочу честно. Полинка, что ли? Ну да. Ну ты там с папой хоть по шкуре лазит. Ой, я тебя так завидую. Привет, Юль. Привет. Ты Надя пока понянькайся, а я пойду на репетицию. Просто. Ох, какой деловой. Слушай, Юля, а идем пока домой. Приоденемся, накрасимся, чтобы все эти пустышки сдохли от зависти. Да уж, Марго, горбатого только могила исправит. Ну, ладно. Что тебе нужно, Ляля? Говори. Марсель, ну зачем же так грубо? Тебе это совсем не идет. А как это по-другому, если ты нормального языка не понимаешь? Ну говори, раз уж пришла. Ну, прошу, Марсель, скажи, почему ты выбрал ее, эту блондинку? Чем она лучше меня? Давай договоримся сразу. Я не собираюсь ни перед кем держать отчет. И уж тем более перед тобой, хорошо? Марсель, если я скажу, что я люблю тебя, что я только ради тебя вернулась оттуда. Ну и лицемерка ты, я посмотрю, Лена. Я прекрасно знаю, что твоего отца вернули обратно с Кавказа. И все, филит для комедия. Просто деваться некуда было, а? Так ведь? Что еще придумаешь? Постой, постой, Марсель. Ладно, ладно, ты выбрал ее, черт с ней! Черт с нами, ладно? Нет, нет, подожди, ты всегда в моем сердце. Ты понимаешь, весь этот год я искала случай вернуть тебя. Ты всегда был дорог мне. Дело в том, что я тебя люблю. Сдался он мне. Удачи вам. Ну, конечно, что ты еще скажешь, а? Парень, ты мой? Еще не вечер, дорогуша. Еще не вечер. Пока! Олесь, ну сколько можно? Надоело уже прятаться от этих чувств. Вот здесь мы уже. Знаешь, потому что... Да-да-да, я ученик, ты моя учительница. Ну... Сегодня мой выпускной, последний день. Может, выйдем из подполья? Люблю тебя.
Я ничего не видела. Тут не до меня, пошли наверх. Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте, мы вроде как сегодня виделись. Вчера мы с вами виделись. А подождите секундочку, я хотела вам, знаете, что спросить. Вы туда, да? Зачем вам туда? Прямо в этот кабинет. Прямо в этот кабинет нужно. А знаете, что хочу сказать? Вообще-то это кабинет биологии, а вы математик. Зачем вам туда? Я журнал оставила, хотела поработать. А, понятно. Знаете, что я вас прошу? Вообще-то... Нина Васильевна! Да что с вами происходит? Я вас не могу понять. Ну, сами понимаете, выпускной волнуюсь очень сильно. Просто чудо. Как будто вы и не знали, что у вас выпускной. Ну, конечно, да. А знаете, что я вам хочу сказать? Нам нужно с вами в актовый зал. Я вспомнила. Там проблем немерено. Вообще-то я как бы хотела... Я понимаю. Но вы же не были довольны вот сегодняшним результатом. Нам кое-что по оформлению надо еще. Пойдем, хорошо. Поделимся? Алло, Борь, ну ты где? Я тебя заждалась уже. А вот и я, мой цыпленочек! Подожди, ты опять ел, да? Так, сухарики с паприкой. Ну да. Это бутерброды с кофе, плюшки, сушки. Ел, да. Мы же с тобой договаривались, Борь, со вчерашнего дня ничего не еди. Что теперь, парень, девушка вместе не могут и есть? Откуда ты взялся? Маринка, Ксюшка, Маринка, заживая! Смотри на них! Заживает. Соскучилась! Только не плачь, ладно, хорошо, Ксюшка! И мы счастливы! Слушай, а зачем ты это сломала? Ну она же сама, ну видела же. Угу. Я видела. Ну, прости меня, мой солнышко. Ну. Слушай, Марсель, ответь мне на один вопрос. Ты меня любишь? Ну, конечно, ну, дурочка, ну, ты для меня дороже всего. И эта Лена, она просто отрывок из прошлого привидения, а ты для меня мое будущее настоящее. По крайней мере, для меня, не знаю, как для тебя. Спасибо тебе большое, спасибо. Да не за что. И в следующий раз не поддавайся на провокации Ленки. Она стерва, она умеет выводить. Погода сегодня, конечно, классная. Вот если бы не экзамен, я бы тусила сейчас, наверное, до посинения. Ну, хотя, знаешь, одно другого не мешает. Угу. Тебе давно хотела сказать, я очень рада за вас, Виталька. Правда. Он молодец, что не отказался от ребенка. Хотя, мог бы. Да уж, он-то мог. Знаешь, я иногда думаю, а что было бы, если бы все было иначе? Ну, в смысле, иначе? Знаешь, маму мне жалко. Она хоть и делает вид, что все нормально, но я же вижу, что она жалеет. Не такого будущего она хотела своей дочери. А вот что было бы, если бы Виталик отказался от ребенка? Я бы аборт делала. Была бы сейчас абсолютно свободной. Захотела и ушла, бросила все. Была бы свободной птицей. А так? Илюка, знаешь что? Брось эти глупости. Все будет нормально. И маме своей это не в тягость. Она тебе поможет. Вырастите вы нормального ребенка. А годика через два будешь со мной тусить до посинения, так? В общем, давай, брось эти сентименты, а то сейчас сама разревусь. Хорошо? Далеко улетели облака. Нелегко был нам с тобой тогда долететь, удержать мы не смогли. И мечта... Ну сколько за мной, долго вас ждать, Чечок Бугарёв? Ну вот и не ставьте. Дать бы вам по этим местам пиндалей. Да не могу, я же педагог. Ага, педагог. Философ, блин. Денис, можно тебя на минутку? Ну, ёкарный бабай. Сегодня что, день свиданок, что ли? Пожалуй. Мурзин, иди, племяш. Не пойду. Мне говорить не о чем. И не с кем. Как не с кем? Это не человек даже. Это обманщик. Которого я к тому же не знаю. Иди. Дама ждет. Yeah.
Зачем пришла? Ну, вообще-то у меня выпускной. Аттестат в психушке? Или тебе его там не выдали? А, тебе его рудаки купили, да? Они у тебя все могут купить. Зачем ты так? Ты думаешь, я специально там лежала? Ты думаешь, мне там легко было? А когда я тебе говорил бросить наркотики год назад, ты что сделала? Да. Бросила? Нет, обманула меня и продолжила принимать. А ты вообще думала о моих чувствах? О своих родителях? О нас, в конце концов? Когда я там минуты считал, секунды, пока тебя откачивали? Дура ты! Ну сейчас все, все покончено с этим. Да? А как мне тебе верить? Скажи-ка. Как мне поверить? Обманешь, как год назад? Где гарантии? Ну хочешь, хочешь, я на колени стану? Ну прости меня, Денис! Я не знаю, что сказать. О, ну все, все сборы, все ветерок. Ну только попробуйте подведите меня. Прибью, блин. Ну что ж, все, давайте, начинаем. Выдайте мне 100% результат, что все было very well. Ну, вперед! Ребята, я с вами, я успела, Артур! Я успела! А что, концерт уже начинается? Нет, не переживайте, все замечательно. Посмотрите, как Маркута, послушайте.